Жители сирийской провинции Дейр-эз-Зор вышли на митинг. Они просят сирийские власти и российское командование организовать переправу через Евфрат. Сейчас через реку нет ни одного целого моста. Часть подорвана террористами, часть разбомблена авиацией западной коалиции во главе с США. Люди, проживающие по обе стороны реки, оказались разделены. На одной стороне около 20 тысяч человек, на другой 70 тысяч. В этой ситуации простая поездка в больницу на другой стороне становится многочасовым испытанием. Террористы, они разбили все мосты на речке Евфрате. Мы просим государство сирийское и государство в Россию, чтобы построили нам мосты, чтобы люди там, наши люди, в другой стране. Они там, лекарств нету, еды нету, гуманитарная помощь, чтобы туда взять, нету. Это вообще ужас, там в другое место.